Алло, еще раз привет праворукой братве. Поменяли фильтр, грязный был, показывать не буду. Поменяли генератор, в принципе, проблем нет. Вон он там сидит. Правда, пришлось кое-что японское с него добавить, потому что на мексиканском чуде вот эта вот штука была загнута, видите, да? Фишка не залазила. Ну, что поделать. Говно, как говорится, делают. Нет контроля качества. И вот эти вот почему-то разные. Здесь вот должна быть маленькая. Пришлось все японское поставить, да. Вот. Ну, здесь даже что-то черное там. Угольные щетки, видать, фигачили. Все, работает, зарядку дает 14. С чем-то даже на голодную, видать, проголодалась машина. Вон там ржавчину надо покрасить. Пробег всего 39. Полный привод. Все, не мытое, не чищенное. Покажем, расскажем. Помоем, почистим. Вот они. Пробег 39. 38 сколько с копьем. Так, ну у меня два люка есть, я даже не проверял. Работают, нет. Опа. Все, работает. Работает. Здесь ручной. Ладно. Грязной перчаткой. Здесь у него цонары. Пикалки. Нары. Нары. Тут родные, стима. Так, ну эти понятно, что работают сюда. Уже не проверял зеркала. Так, что еще? Склада не зеркал, только не работает, да? А нет, работает одно. Ну работает, а одно нет. Посему. Как всегда. Наверное, часто пользовался. Электрозамок, по-моему, у нее. Доводчик двери есть вроде бы. Сейчас открыть. Сюда. Шепчет. Шептала. 2.4 мотор, 135 лошадей. Здесь такая вот фишка, да? Опа. О, подсветки нет. Надо будет проверить, почему не работает. Так, электродоводчик есть или нет? Вроде бы есть. Что-то там пятно какое-то. Ага, здесь долбанули немножко ему. Нет, автодоводчика или не работает. Что еще тут мы имеем? Колоночки. Блес. Ну, полировал мужик машину. Вон родной аккумулятор, надо сейчас вытащить спойлерок. Ладно, ремонт заканчиваем. Родную батарею на зарядку, наверное, наживающую. Покрасить надо вот эту ржавчину.